Я записываю это видео в поддержку Алексея Навального и его семьи, в поддержку справедливости и смелости. Я считаю, что он очень важный политик и человек, чуть ли не единственный человек, наверное, в политическом поле, который смог бросить вызов верхушке власти. То, что делает Алексей Навальный, вызывает у меня большое уважение. Он смелый политик и бесстрашный, отважный, храбрый человек. Имя Навальный в последнее время стало именем нарицательным, олицетворяющим наше право высказывать свою точку зрения. И я понимаю, что Алексея Навального отравили, он не умер, и сидит он ровно за то, что он не умер и посмел вернуться в Россию. Гражданина нашей страны пытались убить. Когда это не получилось, его по прилете посадили, заперли. Не знаю, как вы, а я считаю, что это откровенное политическое преследование. И я, как порядочный налогоплательщик и гражданин России, требую освободить Навального. Я считаю, то, что происходит с Алексеем, с его сторонниками, с его соратниками, это полнейшее беззаконие. Устроили это показное выездное шапито под названием «Суд в кладовке над Алексеем Навальным». Я уверен, что это беззаконие и анархия. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Я хочу поддержать Алексея Навального и призвать всех здравомыслящих людей, всех, у кого есть уважение к себе, поддержать Алексея Навального. Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному!